Тайфун в шоке. Большая кошка ни в чем не виновата. Эксперты объяснили, почему амурский тигр Тайфун напал на зоотехника. Инцидент произошел 5 ноября в зоопарке Калининграда. Скорее всего, женщина нарушила правила безопасности. Об этом заявили в руководстве парка. Тайфун посчитал действия зоотехника посягательством на свою территорию. В зоопарке сообщили, что тигра наказывать не собираются. Он действовал в соответствии со своими инстинктами. От гибели женщину спасли действия посетителей. Зрители смогли отвлечь хищника и вытащить пострадавшую из клетки. Предстоит выяснить, почему опытная сотрудница нарушила правила. Сейчас она в больнице, ее жизни ничего не угрожает. А тигр Тайфун, уверяют в зоопарке, сам в шоке от произошедшего.